Итак, привет всем зрителям на канале. Хочу показать такой маленький лайфхак, как исправить ключ. Значит, ролик касается владельцев вот таких вот ключей типа бабочка. Сейчас покажу ближе. Вот. Нет, с ключом все замечательно, он достаточно хороший и надежный, но вот, допустим, у меня два ключа фирмы Эльбор. Вот, это металлический ключ с пластиковой ручкой. К сожалению, эти ручки имеют способность ломаться, трескаться и в конце концов разваливаться. Вот как у меня здесь сейчас был обломок ключа без ушка. Я просверлил дырку, возил его вот еще в таком виде несколько лет. В конце концов он разломался. Сделать такой ключ достаточно дорого. Ну, как бы и нет смысла, если вся железка готова, то проще сделать ручку. Значит, что для этого надо? Вот, была отработана такая методика, она работает достаточно качественно. Берем пробку из-под воды. Вот. Сейчас покажу. Ножом делаем здесь пропил, прорез. Так. Шириной на ключ. Ключ нагреваем на газу и делаем такое посадочное место, проплавляем так, чтобы пробка держалась вот так, пробка держалась на самой штанге ключа. Потом давайте ключи сложим в сторону. Потом берем весы, которые позволяют взвешивать до 0,1 грамма. Сейчас мы их выключим, обнулим. Вот, замешиваем стандартный эпоксидную смолу или клей из магазина, ну, заодно и то же. Вот такая. В эпоксидку в качестве наполнителя добавляем алюминиевую пудру. Вот она у нас в банке. Вот. И в конце мы получим вот такое изделие. Это вот ключ, сделанный, обточенный. Напильником придана форма ему. Вот, сейчас я покажу его. Вот, смолу размешиваем в стаканчике. Добавляем до однородной массы такой матовой. Это говорит о том, что смола вступила в реакцию с отвердителем. Потом добавляем туда алюминиевую пудру по вкусу. Как говорится, рецептуры нет. Добавляем на глаз, пока не получим однородную, красивую, такую серебристую массу. Вот, пусть она постоит минутку. Давайте, отвертка тяжелая, пытается выпасть и перевернуть стакан. Значит, давайте пудру закроем, потому что такая достаточно вредная штука. Значит, теперь такой момент. Ключ выставляем, значит, верхнюю дырочку заклеиваем пластилином. Вот здесь смола не вытекала наружу. Так, сам ключ фиксируем горизонтально. Я поставлю его здесь на картоне и поставлю его на кусочек пластилина, чтобы ключ стоял горизонтально ровно. Вот. Это процедура до утра у нас. Значит, вот так более-менее ровно. Проверяем, чтобы было ровно, можно посмотреть. Да, ровно. И теперь массу эпоксидной смолы с алюминиевой пудрой выкладываем в крышку. Она достаточно тугая за счет пудры. Ну, мы ее как-то сюда вложим. Можем взять спичечку, спичечкой поправить,
чтобы было ровненько, растеклась везде. Вот. И оставляем до утра засыхать эту всю конструкцию. Потом будет крышка удалена. Банально бокорезами будет обрезана эта капроновая крышка. Мы получим вот такую заготовку, которая потом напильником обчухается. И получится вот такой красивый ключик. На замену сломанному. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, этот видеоролик кому-то пригодится и будет полезен. До новых встреч, мои друзья!